Семей открылся автосалон «Лада». Надо отметить, что дилерская сеть «Лада» имеется уже в 14 городах Казахстана, где уже начали действовать 16 автосалонов. В автосалоне города Семей представлен весь модельный ряд «Лада» разной комплектации и цветов. Кроме того, приобрести авто по программе «Трейд-ин» можно, обменяв свой автомобиль на новый. Марка автомобилей «Лада» уже зарекомендовала себя на казахстанском рынке как самый доступный и безопасный автомобиль, который можно приобрести по довольно выгодной цене прямо из салона. И стартовая модель этой марки «Лада Гранта» обойдется жителям Семея всего за 3 миллиона 970 тысяч тенге. В дилерских центрах «Лада» представлена широкая линейка моделей «Лада» от комфортных и доступных седанов до классических внедорожных «Лада Нива». Информация о модельном ряде, видах комплектации и цены размещены на сайте ladakazakhstan.kz. Так, например, в модельном ряде присутствуют новые Lada Largus и Niva Travel. На весь модельный ряд предлагается трейд-ин поддержка до 200 тысяч тенге к стоимости вашего авто в обмен на новый Lada и специальные предложения в кредит от банков-партнеров. Вся линейка новых автомобилей «Лада», а также автомобили с пробегом и гарантиями предоставлена на уникальном сайте aster.kz, где можно, не выходя из дома, рассмотреть салон и кузов авто в режиме 360 градусов и увидеть прозрачную информацию о техническом состоянии по итогам диагностики. Для желающих продать свой автомобиль на сайте достаточно указать марку, модель, год выпуска, пробег и узнать предварительную стоимость всего за 30 секунд. Все эти условия были созданы компанией, чтобы обезопасить покупателей и сотрудников в период пандемии и сэкономить время на поиске подходящего авто. На сегодняшний день уже начал действовать 16 автосалонов «Лада» в 14 городах Казахстана. Семей не стал исключением, ведь здесь марка автомобилей «Лада» также пользуется высоким спросом. В автосалоне представлен весь модельный ряд «Лада», разные комплектации и цветов. У нас также есть сервисное гарантийное обслуживание, есть удобные кредитные условия. И любой желающий может приобрести автомобиль по программе «Трейд-ин», обменяв свой автомобиль на новый. Быстрые сроки и в комфортных условиях. Отметим, что на интернет-ресурсе aster.kz автомобили доступны как от автосупермаркета «Астер», так и от частных продавцов и насчитывает уже более 19 тысяч автомобилей. Мобильное приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play. А сам автосалон «Лада» расположен по адресу город Семей, улица Щерса, 170. Сауле Байгалиева, Бердыбек Карымбай, Елжан Макзумов, телеканал «Семей».